күдүү күнүнэн Саха Республикатын сударыстыбындахын күнүгэр уонна Саха Республикатын бастакы президентин Михаил Ефимович Николаев үтүү атын үйететиге анаммыт обсастыбанна сүйрүлэх муннягын кыттылахтара. Добрый день, уважаемые участники торжественного собрания общественности, посвященного Дню государственности Республики Саха-Якутия и увековечению памяти первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Вас приветствует сводный хор актемского наслега Хангаласского улуса, руководитель, отличник культуры и образования Республики Саха-Якутия Федора Фомина. Саха Республикатын бастакы президентин Михаил Ефимович Николаев үтүү атын үйетидер тугунан Саха Республикатын Элдархана Айзен Сергеевич Николаев ыягар сөптү бехиннерен Саха Республикатын сударыстыбандагын күнүгер анаммыт обсастыбанна сүйрүлэх муннягын Михаил Ефимович төрөбүт дойду тугар каңалас улуугун өктөм селеннетигер белетибет. Бүгін бейге Саха Республикатын анығы тұтылуын онна сударыстыбаннағын түріттәбет, Саха Норғутын чулу олығар, Республикабет бастықы президентігер Михаил Ефимович Николаевқа ұтық табылы терең мақтал бұтын білдәрәбет. В соответствии с указом главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева об увековечении памяти первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева, торжественное собрание общественности, посвященное Дню государственности Республики Саха-Якутия, проходит на малой родине Михаила Ефимовича в селе Актемце Хангаласского улуса. Это дань уважения и глубокой признательности выдающемуся сыну народа Саха, первому президенту Республики Саха-Якутия Михаилу Ефимовичу Николаеву
основателю современной республики Саха-Якутия и ее государственности. Тылбереллер Саха-Республикатин Ильтюменин Бересседателигер Алексей Ильич Еремеевка. Уваставуллах, Хамаласулугун, Бахлыга Олег Валерьевич, Уваставуллах, Михаил Ефимович, Бильгюль Алябит, Догоро, Саратнига, Климент Егорович Иванов, Матвей Васильевич, Мучин, Макар Макарович, Яковлев, Андрей Исаевич Борисов, Александр Костякинович Акимов, он да атын Бильгюль Алябит, Джона Хергете, Хамаласулугун, Олог Тохтора, Кюндюре Джиттар, Ильхиди Кистинник, Республика Халалтадан Адаттан, Саха Республикатын сударыстывынны мүнняған атыттан, әйгеді бігі республикавит хударыстывыны күнінден әғарделейдбін көңілі. Уважаемые участники торжественного заседания, мы сегодня отмечаем День государственности Республики Саха-Якутия. Это праздник, который заложил Михаил Ефимович Николаев. Это День государственности, связанный очень тесно с именем первого президента нашей республики, потому что под его руководством 27 сентября 1990 году легендарный 12-й созыв Верховного Совета Якутской Саха-ССР принял воистину исторический документ для нашей республики – Декларацию о государственном суверенитете. Мы сегодня возложили дань памяти выдающимся сынам нашей республики Максиму Кировичу Амосову, Исидору Никифоровичу Барахову, Платону Алексеевичу Аюнскому и другим их соратникам, потому что в 1922 году именно они заложили государственность нашей республики. Была достигнута автономия для нашей республики. И именно на этом фундаменте 27 сентября в 1990 году республика объявляет декларацию и объявляет о новой форме государственности нашей республики. Позднее этот документ претворился в федеративном договоре, который был подписан 31 марта 1992 года в городе Москве. И именно позиция Михаила Ефимовича Николаева была принципиальной, что Российская Федерация должна быть единой и неделимой. Она должна строить будущее на основе федеративных отношений, на основе разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти федерального центра и субъектов Российской Федерации. Мы должны помнить то непростое время, когда подписывались эти фундаментальные документы. Многие сомневались в подписании этого договора. Некоторые республики, не скрою, не подписали в то время. И именно наш президент первый, Михаил Ефимович Николаев, повел все национальные республики за собой, чтобы этот договор был подписан. И это нужно подчеркнуть сегодня обязательно и доносить это для нашего современного молодого поколения. Впоследствии, как вы знаете, в 1993 году в апреле месяце принята Конституция нашей республики. Михаил Ефимович Николаев выступил тогда, хотя Конституцию под руководством вот сидящего с нами Климента Егоровича Верховный Совет принимал в начале апреля. Наш первый президент выступил с инициативой, чтобы Конституция вступила в действие 27 апреля 1992 года. Потому что он тесно связывал эту дату с историей нашей республики. Мы знаем, что 27 апреля была образована Якутская АССР. Мы сейчас с высоты сегодняшних дней судим о тех временах. Распадалась мощнейшая сверхдержава, наша великая родина Советский Союз. Было очень непростое время. Никто не знал, что нас ждет впереди. Что такое рыночные отношения, что такое демократическое правовое государство и так далее. Сейчас некоторые современники наши судят иногда очень легко про те сложные времена. Они
говорят, что нужно было действовать по-другому, нужно было действовать грамотнее, распоряжаться по-другому. Но мы должны помнить, что наша страна, наша республика перешли из совсем другой системы в другую формацию, доселе неизведанную. И поэтому в этом была сложность. И именно в этот переломный момент наш первый президент Михаил Ефимович Николаев взял всю ответственность на себя. И именно он возглавил новое движение и новую политику нашей республики. Тогда были подписаны фундаментальные документы, о которых я упоминал. Прежде всего, это федеративный договор и принята Конституция. Но мы должны всегда помнить о том, что фундаментальный документ еще о разграничении государственной собственности, который был подписан в 1992 году. Именно благодаря этому документу вся государственная собственность, которая находилась на территории нашей республики, была передана нам. Была создана акционерная компания «Алроза». Принципиальная позиция первого президента республики Саха-Якутия позволила, что республика и Улус-Алмазные провинции стали крупнейшими акционерами тогда закрытого акционерного общества. К нам в республике попали такие предприятия, как Якут-Золото, собственность, Якут-Уголь, Саха-Телеком, Якутск-Энерго и многие-многие другие предприятия, которые стали фундаментом для благополучия в те непростые 90-е годы. Михаил Ефимович Николаев, выступая на первом съезде народных депутатов СССР в Москве в мае 90-го года, предложил предоставить Якутии государственный статус, приравненный статусу союзной республики. Но тогда, к сожалению, союзный центр не прислушался. Было очень непростое время, и поэтому были предприняты все действия, о которых я сказал выше. По воспоминаниям Михаила Ефимовича, его встречи с высшим руководством страны не привели к их пониманию и поддержке. Тогда он с большой решительностью организовывает все эти мероприятия и добивается того, чтобы Якутия фактически получает экономическую самостоятельность. Было принято решение, что 20% ювелирных алмазов и 10% аффилированного золота республика будет оставлять у себя. Было принято решение о том, что Якутская Саха-СССР, а впоследствии наша республика Саха-Якутия, будет определять свою экономическую политику самостоятельно. И на основе этих решений мы достаточно благополучно перешли тяжелейшие 90-е годы. Вы представьте себе, у нас центральные регионы нашей страны в то время, в 90-е годы, очень сильно пострадали, и экономический кризис, и финансовый кризис был глубочайшим. А у нас Северная Республика, которая полностью зависела от северного завоза. В 1992 году рухнула вся система северного завоза. Республика осталась один на один с этой проблемой. И этот тяжелейший 1992 год, благодаря руководству Михаила Ефимовича и его соратников, именно 1992 год был преодолен. Более того, начиная с 1993 года, Республика Саха-Якутия начинает свое поступательное развитие. В этих тяжелейших условиях принимаются решения о строительстве новых объектов, таких как медицинский центр Республики Саха-Якутия, который сейчас носит имя первого президента нашей республики. Строятся спортивные комплексы, строятся учреждения образования, дошкольных образовательных учреждений и здравоохранения. И это все благодаря той политике, которую проводил наш первый президент Михаил Ефимович Николаев. Позднее, в 1995 году, руководство нашей республики во главе с первым президентом республики добивается подписания договора о разграничении предметов видения и полномочий между федеральным центром и Республикой Саха-Якутия. К этому договору были прикреплены
15 соглашений по различным отраслям. И это послужило надежным фундаментом для того, чтобы республика в тяжелейшие 90-е годы, а особенно в кризисный 98-й год, более-менее благополучно преодолела эти тяжелейшие времена. В этих условиях трудилась республика, в этих условиях жила республика. Но несмотря на кризис, который охватил всю страну, Михаил Ефимович смотрел в будущее. Он прежде всего возлагал большие надежды на молодое поколение. И все его решения были связаны с будущим. Он генерировал идеи. Впоследствии мы сейчас видим, что его идеи, будь то политика здорового образа жизни, будь то поддержка материнства и детства, будь то поддержка отцовства и многие-многие другие его направления политики впоследствии реализуются на просторах нашей страны. И это подтверждает его прозорливость, его правильность его политики и то, что действительно республика тогда была передовым субъектом нашей страны. Уважаемые коллеги, мы сегодня должны, прежде всего, отдавая дань памяти Михаилу Ефимовичу Николаеву, говорить и о его соратниках. Нам очень приятно, что среди нас сидит его ближайший соратник, друг и коллега Климент Егорович Иванов. И именно после того, как Михаил Ефимович на всенародном голосовании был избран президентом Республики Саха-Якутия, Климент Егорович возглавил легендарный 12-й созыв Верховного Совета нашей республики. И под его руководством в том числе была принята Конституция нашей республики. Мы должны отдать дань уважения его соратникам, которые до конца были с ним. Это Матвею Васильевичу Мучину, Макаровичу Яковлеву, Виктору Петровичу Наговицыну, которые всегда были рядом с Михаилом Ефимовичем Николаевым. Михаил Ефимович всегда вспоминал о тяжелейших 90-х годах. Я много раз с ним общался. И он всегда приходил к единому выводу. То, что делало руководство республики в начале 90-х годов и в начале 2000-х годов, было правильным. Именно позиция республики Саха-Якутия во многом определила то, что страна не развалилась, был подписан федеративный договор. И именно республика Саха-Якутия стала лидером этого процесса. И именно позиция Михаила Ефимовича в отстаивании интересов нашей республики заложила прочный фундамент для того, чтобы республика, начиная с 2000-х годов, наращивает свой потенциал и развивается. Мы знаем, что начиная с 2002 года валовый региональный продукт нашей республики никогда не останавливался, а идет вперед. Последние годы республика показывает темп роста экономики выше, чем в среднем по Российской Федерации. И это наблюдается на протяжении последних 5 лет. И этим мы очень сильно гордимся и благодарим то, что сделал первый президент республики. Благодаря его принципиальной позиции наша крупнейшая алмазодобывающая компания до сих пор остается самым крупным налогоплательщиком бюджет нашей республики. И именно его позиция тогда, что 32% акций акционерной компании «Алроса» должны находиться в собственности республики, но в то же время не должны быть обделены улусы алмазной провинции, 8 улусов, которые получили по 1% в то время, служит надежным фундаментом для того, чтобы наш бюджет имел хорошие поступления, в том числе и неналоговые, от дивидендов, которыми является, как мы получаем, акционеры. Михаил Ефимович, его принципиальная позиция по отстаиванию интересов нашей республики Саха-Якутия послужили прочным фундаментом для возрождения духовной культуры нашей республики. Вы вдумайтесь,
90-е годы, кругом кризис, а у нас образовывается Академия духовности нашей республики. Академия наук республики Саха-Якутия. Возрождается культура наша, возрождается язык не только народа Саха, но и коренных малочисленных народов Севера. Мы поддерживаем все наши национальные театры. Именно в его правлении музыкальный театр становится государственным театром оперы и балета. Саха-театр под руководством Андрея Исаевича Борисова получает не только всероссийскую известность, но и всемирную известность. И именно тогда из недр народа республики, нашей республики, появляются многогранные таланты, потому что политика была направлена на это. И все это мы связываем с именем первого президента нашей республики. Очень символично, что глава республики, Елдархан республики Айсен Сергеевич Николаев принял решение, торжественное мероприятие, посвященное Дню государственности нашей республики, проводить на его малой родине в селе Актемсы Хангаласского улуса. Я думаю, что станет это доброй традицией, и руководство республики из года в год вместе с общественностью республики, с жителями Настрега, с жителями Хангаласского улуса будет проводить такие торжественные собрания. Мы помним, что Михаил Ефимович Николаев заложил другую традицию, когда День Республики, 27 апреля, отмечается сначала на родине нашего великого сына Максима Кирилловича Амосова в селе Хатырык, а впоследствии руководство республики приняло решение, что такие торжественные собрания будут отмечаться в селе Хатырык на родине Максима Кирилловича Амосова, в селе Черках Татинского улуса на родине Платона Алексеевича Аюнского и в селе Харбалах Верхневилюйского улуса на родине Исидора Никифоровича Барахова. Эта добрая традиция продолжается. Я благодарю еще раз Хангаласов, его руководство, за то, что вы очень оперативно решили вопрос с установлением памятника Михаилу Ефимовичу Николаеву в городе Покровске. Это первый памятник, который открыт ему. Мы сегодня его открыли и думаем, что это так и должно быть, потому что именно в Хангаласском улусе должен быть открыт первый памятник первому президенту нашей республики. Во исполнение указа Илдархана Республики Айсена Сергеевича Николаева по увековечению памяти Михаила Ефимовича Николаева проводится ряд мероприятий. В том числе весной этого года я, как председатель конкурсной комиссии, мы отбирали те проекты, которым будет суждено стать мемориальным комплексом в селе Актемцы. Было очень символично, когда победителем этого конкурса стал молодой творческий коллектив. Именно молодой творческий коллектив архитекторов, потому что Михаил Ефимович Николаев всегда очень тесно был связан с молодым поколением. И они предоставили такой проект, когда конкурсная комиссия единогласным решением выбрала его победителем. И я уверен, что в ближайшем будущем этот мемориальный комплекс будет открыт здесь, на его могиле, в селе Актемсы Хангаласского улуса, и все мы станем свидетелями этого радостного события. Уважаемые участники торжественного заседания, я еще раз от имени руководства республики, от имени депутатского корпуса нашей республики поздравляю вас с Днем государственности нашей республики. Желаю вам крепкого здоровья в это непростое время, чтобы республика не теряла поступательный темп своего развития, чтобы наша страна быстрейшим в ближайшее время достигла мира на его условиях, чтобы наша страна, которая защищает свои национальные интересы, была уважаемой, большой державой в мире, и чтобы поскорее наступил мир, а все ребята вернулись благополучно в нашу родину, как вот сидящие рядом с нами. Мира вам и добра.
Катанах, Дробьяны, Джолохоргуну, Тохпар и Тюни Каренибагаров. Начинаем церемонию вручения наград. Указ главы Республики Саха-Якутия за вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд наградить грамотой главы Республики Саха-Якутия Гречко Лидию Александровну, начальника цеха лаборатории акционерного общества производственного объединения «Якутцемент», глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев, указ главы Луганской Народной Республики. За личное мужество и отвагу, смелые и решительные действия, проявленные во время выполнения служебно-боевых задач в зоне проведения специальной военной операции по освобождению и защите территории Луганской Народной Республики, наградить медалью за отвагу Катаконова Константина Викторовича, рядового отряда «Барс-2 Мотор». Наградить Максимова Александра Григорьевича, рядового отряда «Барс-2 Потур», глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Слово предоставляется председателю правительства Республики Саха-Якутия Кириллу Евгеньевичу Бычкову. Уважаемые участники торжественного собрания, посвященного Дню государственности и увековечению памяти первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Дорогие соратники Михаила Ефимовича Николаева, конечно, этот зал и те мероприятия, которые здесь проходят, глубоко символичны. И мы с глубокой благодарностью вспоминаем те события и те решения, которые принимала команда Михаила Ефимовича Николаева, его соратники, которые послужили основой нашего благополучия, нашего развития в эти дни. Конечно, прежде всего, это дальновидная политика Михаила Ефимовича, которая заложила основы многим начинаниям и создала возможности, те возможности, которыми мы пользуемся и по сей день, те возможности, которыми мы развиваем свою экономику, улучшаем качество жизни и увеличиваем благосостояние нашей республики. Мы гордимся тем, что Михаил Ефимович Николаев – это фигура международного масштаба. Его четкая международная позиция, то количество встреч и те посещения многих стран, которые он, ему посчастливилось сделать, не только прославила нашу республику, но и привнесла огромный опыт, мировой опыт в наше развитие. Поэтому те посылы, которые давал Михаил Ефимович нашему подрастающему поколению, молодежи, студентам, они были основаны на мировом опыте, многовековом опыте. И, конечно, вместе с его мудростью это давало материал для развития многих-многих профессионалов, которые трудятся сегодня в нашей республике. Обращаясь к истории, Михаил Ефимович одним из первых поднял вопрос о необходимости расширения полномочий и ответственности регионов. И те решения, которые были тогда приняты, полностью оправдались. Оправдала ли история принятые тогда соглашения, подписанные декларации? Конечно, это было основой, и благодаря этому сегодня мы чувствуем себя уверенной, сильной державой, федеральной державой, вся наша Россия, которая состоит из субъектов, которые составляют основу и государственности всей страны и, являясь самостоятельными, определяют свою национальную политику, опираясь на свои традиции, на свою историю и, конечно, сохраняя и приумножая эти бесчисленные гуманитарные сокровища. Многие новаторские инициативы, такие как определение года годом семьи,
годом образования, годом матери. Мы помним это. И сейчас эти традиции продолжаются. И глава нашей республики Илдархан Айсен Сергеевич Николаев ежегодно ставит повестку для правительства, для всего руководства нашей республики, придавая соответствующий статус каждому Новому году в своем ежегодном послании. И, конечно, мы следуем этому благодаря традициям, которые заложил Михаил Ефимович Николаев. Поэтому издание указа главы республики об увековечении памяти первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева – это задача изучения наследия первого президента, это воплощение в жизнь и продолжение тех начинаний, которые были тогда созданы, которые тогда образовались. Образовались в непростое время, когда слово «самостоятельность», «независимость», когда разграничение полномочий, предметов ведения были термины, которые были впервые услышаны в 90-е годы, и никто не понимал, как с этим работать. И нужно было брать на себя гигантскую ответственность перед будущими поколениями, чтобы правильно распорядиться этим богатством, правильно распорядиться судьбами дальнейшими и поставить те задачи, которые на сегодня имеют свое воплощение. Поэтому я преклоняюсь сегодня перед памятью Михаила Ефимовича Николаева. Еще раз с уважением и глубоким трепетом к его соратникам, к тем людям, которые создали наше будущее сегодня. Конечно, мы в правительстве Республики Саха-Якутия прежде всего будем с честью продолжать этот путь, развивать нашу республику, делать ее богатой, счастливой и благополучной. С праздником! Саха Республикатын бастыгы президентин Михаил Ефимович Николаев үйөлөннөктөрүн аттырыттан тыл берилер Саха ССР 12 ыңырылак үрдүгү себиетин бересидетилгер Саха Республикатын бочоттак гражданыныгар Климент Егорович Ивановка. Уважаемые участники общественного собрания, я сердечно поздравляю всех вас с священным праздником всех якутян, Днем Государственности Республики Саха-Якутия. Время неумолимо идет вперед. Прошло уже больше года, как с нами нет дорогого всем нам Михаила Ефимовича Николаева. Уход из жизни Михаила Ефимовича, нашего духовного лидера и реформатора Новой Якутии, выдающегося государственного деятеля всей нашей России, вызвал чувство глубокой скорби всех якутян. Нет слов, чтобы выразить эту невыносимую утрату. В прошлом году в дни прощания с Михаилом Ефимовичем рядовые люди, и стар, и молод, искренне от души высказали о неоценимом вкладе Михаила Ефимовича в развитие родной республики. Везде, во всех уголках Якутии было высказано единодушное мнение, что он является созидателем современной развитой Якутии. Это самая главная оценка. Народ оценил, народ. Да, действительно так. Мехифиш является основателем современной государственности, демократической, с правовым обществом. Руководители нашей республики сегодня подробно говорили о многогранной, многосодержательной деятельности Мехифиша, поэтому я, значит, очень коротко хочу именно сказать такие слова. Мы, ветераны государственной службы 90-х годов, благодарны своей судьбе, что в годы общественных и государственных потрясений мы работали в команде Михаила Ефимовича Николаева. Большое видится издалека. И сегодня со всей определенностью можно говорить, что
к счастью всех нас, якутян, Михаилу Ефимовичу в свое время выпала миссия быть мудрым, решительным, талантливым лидером республики в период исторических преобразований. В сентябре 90-го года он внес на рассмотрение 12-го созыва Верховного Совета и была утверждена декларация о государственном суверенитете. А 4 марта 92-го года была принята новая конституция, которая полностью подготовлена под его личным руководством. Первый президент республики благодаря этих мер в течение 10 лет не только вывел республику из глубокого экономического кризиса, а республика шагнула далеко вперед. Можно привести только две цифры. Если в 1989 году наша республика по производству внутренней валовой продукции и по социальной защищенности населения занимали по Российской Федерации 79 место из 85 регионов, то в 2001 году по этим основным показателям развития вышли в числе 15 лучших развитых регионов Российской Федерации. И это конкретные статистические данные, конкретные данные. То есть мы сегодня можем сказать, что именно в 90-е годы был заложен прочный фундамент для сегодняшнего развития нашей республики и служить компасом для последующих поколений руководителей республики. Мы, ветераны госслужбы, удовлетворены, что глава республики Айсен Сергеевич Николаев на верном пути. Он продолжает дело, начатое первым президентом Михаилом Ефимовичем. Именно такой путь главы республики обеспечили быстрое и эффективное развитие экономики нашей страны в последние годы. Народ республики с удовлетворением следит за принимаемыми мерами руководством республики и Елдарханом по вековечению памяти Михаила Ефимовича Николаева. Это нас полностью удовлетворяет, и народ этого ждал и ждет. Несмотря на сложное международное положение, мы, ветераны, уверены, что наша республика не остановит свое развитие и не отойдет от намеченной пути Михаилом Ефимовичем Николаевым. Победа будет за нами. Вот родная Якутия вечно будет помнить и чтить славное имя нашего духовного лидера Михаила Ефимовича Николаева. Спасибо. Слово предоставляется исполняющему обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия, герою Российской Федерации Игорю Васильевичу Юркину. Здравствуйте, дорогие участники торжественного собрания, посвященного Дню государственности и увековечению памяти первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. 27 сентября 90-го года была подписана декларация о нашем суверенитете, и это была отправная точка нашего развития социального и экономического. Это открыло новую страницу современной истории республики, и в истоках которой стоял наш первый президент Михаил Николаев. Его имя навсегда останется в памяти и сердце у нашего благодарного народа. Заветы, которые Михаил Ефимович нам оставил, остаются во главе угла нашей государственной политики, нацеленной на реальное улучшение качества жизни нашего населения. Сегодня Якутия переживает годы динамичного развития, демонстрирует высокие показатели экономического роста и является локомотивом развития для Дальнего Востока.
Республика остается крепким оплотом и надежным тылом всей Российской Федерации. В сложные времена, когда многие наши соотечественники самоотверженно исполняют обязанности и отстаивают интересы за пределами нашего государства. День государственности Республики Саха-Якутия – это праздник единения и консолидации всего многонационального народа республики. Разрешите еще раз вас поздравить от себя лично и пожелать теплоты и семейного счастья в каждый дом и процветания и развития нашей республики. Спасибо. Слово предоставляется специальному представителю главы Республики Саха-Якутия по Арктике Александру Константиновичу Акимову. Бойуттар, эгіні барагытын бүгін бүйінгір өгіддәк бәбет Сахан Оротын, Саха Республикатын ұлу бұрағын егінан ететік істіңнік әғаддәлер бүн көңілді. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, уважаемые ветераны государственной службы, уважаемые земляки Михаила Федоровича Хангаласы, позвольте от имени якутян, которые проживают в Москве, Московской области, вот, наших земляков, ветеранов тоже государственной службы, ветеранов производственников, ветеранов труда. Там более 5000 проживает в Москве. Я как председатель якутского землячества тоже хочу от их имени. Они всегда, никогда об этом не забывают и сегодня будут отмечать этот наш великий праздник. Так что позвольте от их имени тоже сегодня всех и бывших коллег поздравить с этим замечательным праздником. Дорогие друзья, один известный классик сказал о том, что чем отличается политик от государственного деятеля, да? Ну, политик думает о следующих выборах, как избираться. Вот. А государственный деятель всегда думает о будущем. Именно о будущем своего народа, своей республики, о молодежи. Вот. Именно таким человеком был наш первый президент, уважаемый, всенародно избранный Михаил Ефимович Николаев. Это вот сегодня Климент Егорович, его соратник, коллега, ну, здесь сидящие. Вот, очень правильно об этом сказал. И народ всегда об этом хорошо знает, уважает, потому с очень большим уважением и любовью относились всегда и относятся Михаил Ефимовичу Николаеву. Я очень горжусь, что работал в его команде Михаила Ефимовича Николаева с первых дней 90-х годов. Вот, вместе с Климентом Егоровичем, вот, Матвеем Васильевичем, Макар Макаром, ну, со всеми. Вот. Ну, мы чуть моложе поколения. Я потому той книге, которую я выпустил, вот, «Столетие», ну, сам написал «Столетие», это наша с того биография, там написал о том, что Михаил Ефимович для нас всех является не только первым президентом, но и нашим учителем, нашим наставником большой буквы. Вот всех, много здесь сидящих, и бывших руководителей республики, и нынешних руководителей, вот, начиная, я думаю, что те, которые работали и продолжали его дело, вот, начиная с Вячеслава Анатольевича Штурова, Егора Афанасьевича Борисова, и сейчас Айсен Сергеевич Николаев,
Вот все мы являемся именно его учениками, вот, его ставленниками. И мы вот, начиная с 90-х годов, вот, под его командой вот эти годы вместе работали. Так что я считаю, что вот наш народ северный, и потому, видимо, очень мудрый, своих лидеров, своих руководителей всегда по-доброму, которые честно работали, всегда вспоминают, хоть это целая эпоха прошла, начиная от Игына, всех знают поименно. И мы ставили памятники Максиму Кирилловичу Амосову через столетие, Оюнскому, Варахову, и Черяеву Гаврилу Осиповичу, Винокурову Илья Егоровича, всем вот, практически, которые вот, именно для народа, но работали и служили своему народу. Их никогда не забывать и в годы войны, и послевоенные годы. Это вот именно у того, я думаю, что у такого народа есть будущее, который уважает свои истории, своих лидеров, своих учителей, свою малую родину, где он родился, вырос. Вот. Это, я думаю, одно из самых достоинств вот, нашего народа. Вот. И Михаил Ефимович этому учил. Наверное, многие помнят эти реабилитированные имена, возвращенные имена Михаила Ефимовича тогда, с реабилитацией вот, именно тех руководителей республики, которые попали под политические репрессии. Вот. Пусть это Оюнский, Ксакулях, он об этом с какой любовью говорил, Оюнский, всех. Вот. Первым он пошел тогда еще и Горбачеву, генсека Яковлева, Ельцину, и этот первый указ вышел, это вот именно с этого начал. Память народа он прежде всего разбудил, и народу сказал, вот, об этом мы должны помнить их имена. И вот это именно мудрость, глубина вот, политического деятеля, выдающегося государственного деятеля Михаила Ефимовича Николаева. Он, я помню, когда он меня назначил эти рыночные годы министром труда и социальной защиты, мы тогда не знали, как этой шоковой терапии защитить наше население, наших пенсионеров, безработных и так далее. Вот. Он почти каждую неделю нас вызывал и потихоньку тихим голосом говорил, как будем защищать население, как будем, что делать для многодетных семей и так далее, как сельских жителей. Вот. Все время он об этом думал, и за границей, где в Москве бывал, и все время строго от нас спрашивал, ребят. Вот здесь сидящие Евгений Савина, я думаю, Андрей Савич, вот министры, очень хорошо об этом помнят, об образовании и так далее. Вот и в этом, я считаю, очень серьезная такая, понимаю, это ответственность огромная. Вот, это я очень хорошо помню, где бы ни работал. И вот нас назначал и отправлял самый ответственный участок. Вот работайте, говорит, идите. Пусть это Ленск, да, или там какие-то сложные участки. Так что и Михаил Ефимович, конечно, я хочу сказать, что он выдающийся государственный деятель не только вот российского масштаба. Здесь Кирилл Евгеньевич сказал, он такого международного. Я и за границей много раз бывал. Его знали везде, кончая до Организации Объединенных Наций, ООН и так далее, президенты, руководители государств вот, в Европе. В Азии, и он там, Исландии, Финляндии и так далее. Он изучал опыт и говорил, почему там живут так, а почему мы живем так. Вот. И все время спрашивал, почему мы должны жить хуже, вот. Значит, мы не дорабатываем. Вот. И потому, конечно, вот в этом его огромная заслуга, то, что он пробил окно вот для молодежи.
для молодежи вот окно не только Европы, как говорил, и в Азии, да, и в другие, именно благодаря играм «Дети Азии», благодаря очень уникальным проектам, которые вот до сих пор они существуют не только вот на уровне республики, но всей России, но и во многих других странах принимали опыт нашей республики, дорогие друзья. Вот я об этом сегодня особо хочу и сказать, и мы всегда очень благодарны и будем благодарны, Михаил Финич, благодарен будет наш народ помнить о Михаиле Финиче, вот как выдающийся государственном деятеле, который именно вывел свой народ многонациональный, свою республику Саха-Якутия, Россию. Он, прежде всего, он был патриотом России. Он всегда в этом особо подчеркивал. Вот в этом есть, я думаю, огромная заслуга Михаила Финча Николаева. Вечная память. Спасибо. Слово предоставляется президенту Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова Евгении Исаевне Михайловой. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники торжественного собрания. Ну, во-первых, я, конечно же, хочу поздравить вас с таким великим праздником и, конечно же, почувствовать причастность к нашему великому Михаилу Ефимовичу Николаеву. Но я не буду долго задерживать ваше внимание. Я скажу о том, что, конечно же, многогранность личности нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева никого не оставляет равнодушным. И в этом, наверное, его сила, энергия, целеустремленность, ну и, конечно, безмерная любовь и уважение со стороны жителей нашей республики и многих российских регионов, где он бывал как заместитель председателя Совета Федерации, Российской Федерации. Я не буду говорить о тех письмах, которые писали, а какие же у вас такие замечательные, вот специально для правительства, замечательные у вас программы социального плана, которые, конечно же, показывают не просто вот на бумаге, а доказывают, какая любовь к человеку, какое внимание к человеку, к женщинам. И тут у нас с Михаилом Ефимовичем был один спор, ну такой небольшой, правда, он меня часа два по этому поводу критиковал. Михаил Ефимович был против того, что многодетная семья имела три семьи. Многодетная семья статус может получать, вот Климент Кириллович напомнит, Климент Кириллович, мы тоже старались помочь, чтобы как-то ну, в Российской Федерации, какая разница, у всех детей трое считается семья многодетная, а он говорил четверо. И в Якутии у нас было установлено четверо детей, и тогда семья имела статус многодетной. И аргумент был такой, сейчас это я понимаю сердцем, умом, дошла, скажем, что когда будет три женщины, вы же перестанете рожать. Вы же понимаете, что такое вот те коэффициенты, которые показывают, что это такое, какая это экономическая категория и так далее. И так замечательно переводил женскую роль, социальную роль матери на экономическую категорию. И, конечно же, нам всем казалось, что, да, действительно, наверное, так надо сделать, но понимая и встречаясь постоянно с женщинами, для которых, конечно же, даже небольшая сумма денег это было большим подспорьем, мы, конечно, понимали и уже в 2003 году, Александр Константинович напомнит, когда мы все-таки поменяли, что в нашей республике многодетной семьей стала считаться, конечно же, семья с тремя детьми. По всем другим направлениям прошло всего 10 лет, с 2014 года, когда он, оказывается, меня назвал реформатором образования и человеком, которого он считает своим соратником. Я это прочитала вот в этом году. У меня, конечно же, были
в этом плане, и радость, и слезы, чувство облегчения. Я как-то вот в прошлом году говорила о том, что я осталась в долгу перед Михаилом Ефимовичем, что я никак не могу статью закончить, потому что хочется очень многое рассказать. А рассказать, конечно же, в системе образования можно очень много. Хотя бы то, что мы испытывали, когда 8 лет наша республика была единственным регионом, где было обязательное всеобщее среднее образование, доступное и бесплатное, с 1 по 11 класс. Благодаря тому закону, который принял наш парламент, несмотря на сопротивление прокуратуры, в том числе и генеральной прокуратуры, конечно же, у нас был замечательный прокурор Николай Егорович Палетинский, который своим заместителем, который приходили, проверяли, говорил, ну, сказал и министр, что у нас закон не ухудшает, а улучшает положение детей. Что вам еще надо? В архив. Я бы очень хотела, чтобы в нашей прокуратуре вот так же понимали чаяния людей, родителей и детей в первую очередь. А по всей стране выяснилось в январе 2000 года, когда был проведен всероссийский большой-большой мунях, и где был исполняющий обязанности президента Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, вела это заседание Матвиенко Валентина Ивановна в качестве заместителя председателя правительства Российской Федерации, выяснилось, более 2,5 миллионов подростков безработных и без обучения, без профессионального образования. Ну, чья это была вина, конечно. Но мне пришлось выступать, рассказывать о нашем президенте, о наших законах, законе о ребенке, закон об учителе, закон об образовании. И было столько аплодисментов, столько в адрес Михаила Ефимовича слов. Это вот я думаю, что ни один тогдашний руководитель региона, наверное, ну, не смог бы получить вот такое очень хорошее, вдохновенное признание, уважение, признание тех заслуг, которые делаются в регионе. Вот мы сохранили с 1 по 11 всеобщее среднее образование. А детские сады, были такие депутаты, как Хакамада, например, которые напрямую выступали и говорили, что такое детский сад? Это завоевание социализма. И были у нас, Кирилл Евгеньевич, некоторые министры, тогдашний министр финансов, который написал всем муниципальным, тогда только назревающим муниципалитетам, что давайте приведите в соответствие, денег у нас мало, и если дети, то есть их родители детей хотят, чтобы они ходили в детский сад, пусть платят по полной, на 100%. Мне пришлось придумать, я, конечно, до сих пор извиняюсь перед теми детьми, перед 6 человеками, работников Министерства финансов, как не самых бедных, да, на тот момент, пришлось написать полный счет. Оплатите в течение недели. Оплатите, хорошо. Не оплатите, детей выведу. Так и получилось. Детей я вывела. И целых месяц Министерство финансов со мной боролось. Ну, надо сказать, что правда победила. Жизни имеется в виду. Спасибо огромное мэру города Алексею Александровичу Томтосову, что поддержал. Ну и Михаил Ефимович Николаев сказал, об этом, конечно же, был такой честный и искренний разговор на заседании правительства. Это вот второе достижение. А третье достижение, которым мы очень гордимся, когда Михаил Ефимович вызвал меня и говорит, математик, надо, чтобы на всероссийских олимпиадах наши школьники занимали призовые места. Первое – это сложно, наверное, но чтобы призовые. Наши учителя молодцы, герои, вот как вы, на передовой. Наши ученики буквально года через 2-3 стали членами национальной сборной Российской Федерации по математике, по физике, по информатике, а один раз даже по спорту и один раз по английскому языку. То есть это вот практически все свелось к тому, что Михаил Ефимович решил. Вот Андрей Савич нам напомнит, когда он говорил, вы представьте себе, уважаемые министры,
вся республика летит в большом-большом самолете. И у этого самолета два крыла. Помните, да, Андрей Александрович? Одно крыло – культура, другое крыло – образование. И вот как эти два крыла, и вот вы, люди, как будете руководить, так самолет и будет лететь. Захотите вы оставить свой народ где-то там, далеко, или, может быть, вперед? Поэтому давайте мы с вами будем работать над очень сложным вопросом. Все, что касается... Вот вы, наверное, помните, я в прошлом году говорила, да, благодаря Михаилу Ефимовичу мы поняли, что такое новый стиль жизни. Мы с вами, конечно же, знаем, что именно он задал новый вектор экономики и так далее. Но чтобы познать еще, что средством для развития людей может быть образование, культура, и как это сделать... Практически мы постепенно вместе с Михаилом Ефимовичем понимали, что это, наверное, главное в жизни. И мы очень гордимся, что работали, как вот сказал Александр Константинович, под руководством нашего Михаила Ефимовича, добились многого. И ну вот, единственный очень хороший международный критерий – это показатель интеллектуального развития нации, интеллектуального развития региона, страны, государства, которое считается на международном уровне. В 1991 году наш регион занимал 41 место. В 2001 году по индексу человеческого развития интеллектуального капитала региона наша республика была уже в десятке и занимала 8 место среди всех регионов Российской Федерации. Конечно же, мы работали так, что ну, даже и думать не могли о том, что когда-то мы можем что-то не доделать. Документы, мы к ним не относились как к бумагам. Сказано 8 дней, сказано там 5 дней. Практически вот это все нам удавалось делать. И очень приятно, что нами руководил талантливый, умный, мудрый, образованный, просвещенный и, конечно же, широким кругозором человек. Я помню с Виктором Петровичем, как мы между собой пикировались, а Михаил Ефимович вдруг начал сыпать цитатами от Конфуция. И, конечно же, но мы решили, что он больше понимает именно в учении Конфуция. Но когда на заседании вдруг он услышал, что я говорю, что великий Конфуций говорил, что, конечно же, вот то, что касается образования, обучение без размышления, обучение без размышления бесполезно, а размышление без обучения опасно. Я вот помню, наверное, Александр Николаевич, я имею в виду Кимена, наверное, помнит, вдруг Михаил Ефимович говорит: чем критиковать, чем ругать темноту, лучше зажечь маленькую свечку. Помните, да, Александр Николаевич? Все становится понятно. Где-то, конечно же, надо понимать, что в этой жизни не все так хорошо, не все так гладко. Самое главное достоинство, я думаю, нашего президента заключалось в том, что он не позволил в это смутное, трудное, кризисное время сломать людей. Не позволил. Он добился объединить усилия власти и общества, чтобы мы все работали вместе над тем, которое называется проблемные вопросы. И у нас не было очень-очень обнищавших людей. У нас не было тех людей, которые копались в мусорных ящиках и так далее. И как-то долг был каждого министра, если мы видели таких людей, то мы обязательно подходили и старались сделать так, чтобы эти люди имели и кровь, и работу. Вот это, я думаю, что самый такой момент, когда мы все чувствовали себя гражданами Российской Федерации, понимая, что такое патриотизм, гражданственность и так далее, любовь к родине. И в то же время мы понимали, что мы ответственны за это, кем бы мы ни работали. И, возможно, вот эта черта, вот этот характер, вот это качество, которое он нас воспитал, я думаю, что сегодня и работает.
помогает вам, уважаемые члены нового правительства, нового парламента. Я желаю вам больших успехов и, конечно же, гордились, будем гордиться. И, конечно, в своей памяти и воспоминаниях не просто там поставить улицу, назвать, отремонтировать площадь, памятник. Это все нужно. Но самое главное, чтобы мы сердцем и своим разумом понимали, читали не просто там, скажем, те тезисы, которые у них были, а понимали, что же все-таки считается главным для любого человека, для любой семьи, и почему на это обращается такое серьезное внимание. Спасибо вам огромное. Я очень надеюсь, что вот то, что он говорит, Михаил Ефимович, я благодарен своему народу. И вот эта ответная любовь как раз за то, что Михаил Ефимович был искренний души, честнейший человек, благородный и мудрый. Спасибо вам. Михаил Ефимович Николаев, оговонна иччадин никигес килин тухугар, сударысыванной политикадигар улахан бастыгы султаны, сахар республикадин айымнилах сайдыдын акылатын бұхытынан юэрэққа онна наукаға урара. Икки тыгынчак кесылтан Михаил Ефимович Николаев юэрэнэччилерге, устудионларга, педагогическе улэхеттерге, культура онна искусство улэхеттергер билигинен кэй стипендияне олохтабыта. Быйыл ғымыйын 30 күнігер Сахар Республикадин Илдарханын Айсен Николаев ұяғынан Сахар Республикадин бастықы президентін Михаил Ефимович Николаев атынан сударыстыванны стипендия кәлер көлінелерге кенен әхіл естіветін қарыстыруынна атын үйететер аналлах олықтонна. Тыл бәрілдер Михаил Ефимович Николаев атынан өктемнөғы үйерех онна науқа кенен 11-іс ақылағын үйерен әчетігер Лев Максимовка. Добрый день, дорогие друзья. Михаил Ефимович Николаев, первый президент Республики Саха, один из самых ярких государственных деятелей, отец современной Якутии, человек, который повлиял на развитие не только нашей республики, но и страны, и мира. Сегодня вся наша республика отмечает большой праздник – День государственности Республики Саха. Именно при Михаиле Ефимовиче была принята декларация о суверенитете, которая дала повышение государственного статуса республики, экономическое повышение государственного статуса, экономическую самостоятельность и рост благосостояния населения. По инициативе Михаила Ефимовича был указан самый правильный вектор развития – это образование и наука. Открылись Высшая школа музыки, физико-математический форум «Ленский край», авторские школы и сеть школ первого президента, которые стали локомотивами образования. Как он писал в книге «Познавать, чтобы созидать» от физико-математических классов до Всеазиатской физической олимпиады, образование и есть мерило и метод развития, и одновременно абсолютная ценность общества, формирующая его, его традиции и лучшие стороны. В этом году мы отмечаем 150 лет со дня открытия первой школы Хангаласского улуса. Это школа, где учился наш первый президент, школа, которая стала началом Актемского лицея. Мы, учащиеся Актемского научно-образовательного центра имени Михаила Ефимовича Николаева, ценим то, что нам выпала огромная честь учиться в школе, связанной с именем первого президента. Мы стремимся продолжать его идеи, замыслы и проекты. Мы уверены, имя Михаила Ефимовича, бессменного лидера народа, будет жить вечно. И хочу закончить свою речь словами народного писателя Якутии Ивана Мигалкина. Михаил Ефимович, эн, ологу умсугутар одун хантан онгулланган, өйдүн саналын, эттин синнин чочуланган, урукку жыллар кулан уоргаларыттан, тымыр хантардангын, чыңыз хантан жылғаланангын, нороккор сүдү тапталы, үрүн күннү өрө тутангын, үтүмен үлене келер кескеллеагы, бар жоңор оңортуң. Номох болан үйелери уңордуон эренебит,
Олоқо үйте қолабырын сырдыққа тардыстар өрәқпет. Ал лукмасты сылынақсын суғынан, үтені кәрәне өлей ая. Түрәбіт нұрокар истинник сәргеден итағай әбет. Балғам тағатын ең мақтал. Перед вами выступает ансамбль скрипачей Покровской детской школы искусств. Концертмейстер, отличник культуры Республики Саха-Якутия Анисия Иванова.